Здорово, народ! У нас первое видео по ремонту Audi, квадрушечки. В общем, старый немец, он дается себе знать, в общем-то. Достаточно много проблем по электрике, в частности, двери по левой стороне, какой-то глюк, потом по камшине. Получается, что он работает по одинарной, здесь две линии получается, вот одна куда-то пропала. Но я так думаю, что это, скорее всего, из-за того, что в двери где-то у нас порыв проводов. Будем это все тоже исправлять. Сегодня же у нас видео... Ну, я попробую залезть в парктроники задние, у нас не работают. Вначале один парктроник не работал, теперь вылазит вторую. Одна нету цепи напряжения, там, короче, ну, я так понимаю, где-то тоже порыв провода. И в другой, вроде, на сам датчик. Заказаны с Алишки два датчика по 800 рублей, что ли, по-моему, я их заказывал. Не знаю, посмотрим, насколько они качественные. Никто не знает, конечно, все ставят на немцев оригиналы, стараются, но я решил пока подешевле взять и посмотреть. То есть у нас с вами сегодня в планах сегодня пятница, лето наконец-то, ну как не лето, снега нету, тепло, и можно поколупаться со всякими замочками, клипсами, потому что зимой это делать либо в теплом гараже, чего нету, либо где-то на СТУ, поэтому дождались такого времени, купили мы ее в феврале. И я больше ничем не занимался, кроме того, что просто ездил на ней. Она ездит. Также у нас ошибка, как я говорил, уже по коробке есть. Но это уже владелец сам сговорил. Он скинул на это сумму некоторую денег. Ну, какую сотку скинул. В общем-то, покупалась она до событий на Украине. И получается, все запчасти в два раза где-то поднялись. Взят комплект на цепь ГРМ, то есть тоже буду сам делать коробку, уж извините, скорее всего, сам я не смогу сделать, потому что она 140 килограмм весит. На СТОхе, где я занимался аутбеком с коробкой, места постоянно нету. Ну, возможно, я позвоню, если у него вдруг окажется свободная СТОха, и он мне поможет, Слава, то попробуем сделать. Если нет, то отдается в СТО. В общем, снять, поставить с фильтрами и с маслами, вроде сказали, около 35 тысяч это все выйдет. А сейчас, ну это в другом видео, конечно. Сегодня же у нас просто снимаем задний бампер. Вроде он легко снимается. Достаем все парктроники и прозваниваем их. То, надеюсь, сегодня уже будет парктроник, потому что... Без парктроника, ну, сложновато ездить. До этого в Outback'е стояла камера. Сюда можно, в принципе, тоже поставить камеру. Но нужна MMI или AMI. Короче, у меня аудиоконцерт стоит, самая дешманская магнитола. Но есть с навигацией и прочее. Можно CarPlay, Android авто поставить. Но это все там за 40 тысяч стоит. Либо блоками доустанавливается, либо просто солишки какие-то Android-системы ставятся. Но это будет потом. Вначале мне надо машину, конечно, сделать, чтобы она ездила, чтобы никаких ошибок не выходило. Ну, как обычно, когда при покупке автомобиля ты берешь, меняешь масла, все жидкости в автомобиле, смотришь там по подвеске что-то. Ну, в нашем случае 171 тысяча пробега, 400, надо еще цепь поменять. Вот, в общем-то, и все. Ну, что можно сказать? В принципе, бампер в интернете много видосов, как это снимается. Ну, я вот так подсниму, конечно, немножечко. В общем, вот они, крепежки фар. Вот здесь крепятся. Их откручиваешь, вот сюда вставляешь ключ. Либо сюда какую-нибудь отвертку. Ну вот она так вот выглядит. Вот. То есть вот так вот. И откручиваешь. Потом от руки она уже откручивается. Ребятки,
Вот, короче, здесь еще гайку надо одну выкрутить вот из этого вот отверстия. И, как обычно, у нас нету вот такой головки. Так что позаботьтесь. Десятое. Ну и чтобы гайка не вылетела, обматывайте каким-нибудь скотчем, или чтобы она туда не выпала, потому что здесь пространство, и хрен поймешь, как потом оттуда его вытаскивать. Вот такие вот, ребятки, дела. Так у нас получается вот сюда крепежи, коннекторы отщелкиваем, и вот здесь все нахрен поломано, как и ожидалось. Здесь должны быть защелки специальные, которые сломаны. Это печально. Значит, был удар все-таки когда-то в задницу. Либо так хреново снимали. Русский ремонт называется. Врезали, блин, саморез в металл. Я так думаю, что сейчас и там везде где-нибудь на саморезах все посажено, блин. Жопа полная. С этой стороны тоже саморез. Таюха, ты чё вся в мелу? Короче, от АБС вот здесь отключаем штекер, вот он. И через вот это отверстие вытаскиваем его. Так, ну чё, ну она вроде не бита, я не знаю, почему они тут эту хрень расхреначили. Заказать ее, я не думаю, что она так дорого стоит. Ну а так, в принципе, то все вроде ровно. Вот это вот сломано получается. Ну, может, ударили. Заказать. Вот они, датчики, да? Все в грязи. Сейчас надо будет выяснять, какие сломаны. Мыть. Ну, в общем-то, достали, да? И видим, что здесь произошло. Был ремонт уже. Надо восстанавливать. Ну, пина у меня такого нет. Ну, остальные вроде все нормальные, но был еще по датчику по какому-то. Надо сейчас посмотреть все проблемные места. Прозвонить. И пробовать сделать. Вот, в общем-то, такие пироги. В общем-то, косу сняли, там сами видели, что происходит. Надо будет паять и потом проверять как-то. Вот, в общем-то, и все. Следующее включение, когда, надеюсь, это все получится сделать и собрать на место. У нас еще спереди есть косяк. Я как-то вам показываю. Там отпал парктроник, его надо на место посадить. Вот такие вот дела. Ну, а сейчас... Ошибки, блядь. Ну чё, парктроник работает, ребятки. Я очень рад, что я смог это восстановить. Ну, единственное, вот передний правый, он у нас висит, потому что выпал из паза, и надо бампер снимать передний. Но это когда я буду менять цепь, тогда буду этим заниматься. А так вот, все, задние парктроники прям замечательно работают, я рад.